Всем привет, дорогие друзья, зрители, подписчики моего канала, и вот этот комментарий попадает в видос. С вами я, Кемпер, и как вы можете заметить, я снова на связи и сделал вам новый подгончик. Я надеюсь, он вам понравится, ну а мы полетели. Зайди в мою группу канала и будь активным, ведь я стараюсь и уделяю время этому паблику. Ссылочка в описании. Итак, это видео будет посвящено соцэксперименту, который будет показывать доброту и отзывчивость игроков сервера Diamond. В моем случае это сервер Quartz. Хочу напомнить, что мой ник Денис Гуранов, и поэтому каждый из вас, кто хочет мне помочь с бюджетом, подбегайте ко мне и заранее спасибо. Как всегда, ушел от темы. Итак, приступим к ролику. Итак, друзья, вот мы на серваке. Садимся, короче, в телевизор. Вот я дурак. Садимся, короче. Недавно был конкурс. Человек выиграл 100 косарей. Сорян, я не сделал про это видос. Хотя вам все равно посрать. Сейчас нам надо доехать до любого места и попросить у какого-нибудь мажора бабла. И посмотреть, как я уже и сказал, отзывчивость и доброту игроков сервера Diamond Quartz. Так, я надеюсь, приехав, нам дадут хоть что-нибудь. Ну, типа... хотя бы доллар, хоть один доллар нам дадут за этот видосик. Вы тоже видели этот самый доллар? 690 игрок за сегодня уже. Что-то я последнее время не играю на Diamond Quartz. Я сейчас что-то полюбил не RP сервера, а такие. Кстати, за эти стримы мы уже добились 125 подписчиков. Кстати, спасибо. Ну как, практически 125. Вот, сейчас я пошел видосик записывать. И у меня было 124. И, кстати, кто знает, кто смотрел мои стримы, то мне донатили косарь 62 рубля. И, кстати, всем спасибо. Вы лучшие подписчики. Я так уеду до бомжа, и он исчезает. Люди, кстати, я это уже говорил, но, пожалуйста, вот у меня сейчас проблемы с деньгами. И вы можете мне подкинуть хоть 500 долларов. Просто потом я делаю конкурсы, и, наверное, вы победите. Идёшь? Здравствуйте, сэр. Не найдется ли у вас 700 долларов? Просто бабушка заболела. Ну вот, мы видим первый наш отказ. Не знаю, это очень плохо просить деньги. Надо работать самому. Но надо же как-то жить. Так, подкиньте 700 долларов. Чувак, подкинь. Как пидор взял, сбил. Че, не дадите? Иди отсюда, бичара. Ну, вы видите это, да? И душару вот. Типа бичара? У меня 200 косарей было. Кто еще бичара? И если вы запомнили его ник, давайте вот просто, кто играет на Diamond, просто вот. Я не за оскорбление, но вот таких уродов, которые сами оскорбляют, тех тоже надо наказывать. Так, сэр. Не дадите ли вы мне 700 долларов? Ладно, люди, мы разобрались, что у кого не проси, всем на тебя пофиг. Все тут выживают. Ну, как по мне, сервер нравится. Кстати, я забыл сказать про промокод. Вводите его, естественно. О, уже 3 игрока. Спасибо, дорогие друзья. Так, спасибо, друг, за просмотр, лайки, подписку. Если ты досмотрел до этого момента, напиши в комменты букву У. И жди новый видос. Всем удачи и пока. Good luck, my team, пока. И, кстати, спасибо вам всем за много подписок.